Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Гамбит. Мы возвращаемся в FIFA 20 в карьеру за футбольный клуб Эвертон. У нас сегодня в этом выпуске открывается трансферное окно, также у нас интересные матчи, помимо трансферного, собственно, окна. И перед нашими глазами список бомбардиров. Ришарлисон, Харри Кейн и Серхио Агуэро забили уже по 15 мячей, а сыграно всего 18 туров. Давайте перейдем в календарь и посмотрим, какие матчи нас сегодня ожидают. Так, у нас лондонский Арсенал, затем у нас Ньюкасл и Ливерпуль. Это что касается декабря. Что касается января, у нас 1-32 Кубка Англии. Мы просимулируем этот матч с Барнсли. Затем сыграем уже первый матч полуфинала Кубка Английской Лиги. И это будет, кстати, заключительный матч этого выпуска. Также у нас будет открыто доступно в этом выпуске трансферное окно. Скорее всего, у нас будет одно приобретение. Как-то так, ребят, устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали. Ну что, ребят, я вас приветствую. Английская премьер-лига, лондонский Арсенал у себя дома принимает Эвертон. Арсенал, конечно, сейчас лихорадит, что в жизни, что даже в нашей карьере. Все готово к матчу. Эмирес Стадион забит под завязку. Месут Озил, Генрих Мхитарян вернулся в Лондон. И матч начинается. И угловой у ворот лондонского Арсенала. Эвертон. Подача пошла в штрафную. Кто на подборе? На подборе. На подборе Силва. Хамес Родригес. Сразу же, посмотрите, выдвинулись на Хамеса. Хамес Родригес. Удар потрясающий. Слева немного точности не хватило колумбийцу. Хамес Родригес. Ой, какой момент, и мяч оказывается в сетке. Хамес Родригес, 1-0. Отличное исполнение колумбийца. Давайте посмотрим на повторе. Без шансов, притирочку со штанги. И Вобби. И Вобби неплохо проходит, он уже штрафной. И Вобби удар в ближний угол. Момент, мог и Вобби наказать Эвертон. Эвертон. Хамес Родригес, перевод на правый фланг, Лозано. Лозано. Ришарлисон, передача на Лозано, Сразу же на Ришарлисона, бразилец бьет, и штанга. Обменялись любезностями Эвертон и Арсенал. Два удара, две штанги. Очень хорошая передача, Месут Озил, выход 1-1, удар, и Пикфорд выручает. Пепе. Навес штрафной. Очень опасно. Моментище. Абамиянг мог сравнивать счет. Аталь. Сразу же передача на Лозано. Стеночку играет Дэвидс Лозано. Лозано. Вот здесь отличная передачка. 0-2. Джонатан Дэвид увеличивает преимущество Эвертона. 71-я минута матча. Опять вот этот прекрасный коридор и шикарный удар Дэвида в самую девятку. Выдержали натиск подопечные Тенхага. И в итоге свою атаку завершили взятием ворот. И все, друзья. 0-2. Эвертон обыгрывает лондонский Арсенал и набирает очередные 3 очка. Так, ребят, ну что, у нас следующий матч дома. Играем мы с Ньюкаслом, сороки прилетят, так сказать, на Гудисон Парк. Ньюкасл находится где-то на месте, да, на 11 месте находится Ньюкасл. Играть мы будем резервным составом. Ну что, давайте к матчу. Гудисон Парк, все готово к матчу. Поехали. Мойзекин. Джака. О, какая передача и момент потрясающий. Батланд выручает. Бамин. Гомеш. Верскарен. Снова к Бамин. Передача на Гомеша. Удар в ближний. И что там? Что судья? Судья свистит. Желтую карточку получает Шелви. Лозано. Лозано мяча. Лозано. Ой-ой-ой-ой-ой. Было опасно. Передача на Кента. Бамин. Удар к Бамина. Сразу два футболиста бросаются под этот удар.
Гомеш заряжает. Настолько ужасно пробил Гомеш. Не рискнул Лозано. Ермолин. Передача на Мойзекина. В одно касание. Удар перекладина. Момент был грандиозный, чтобы выйти вперед таким прекрасным ударом. 87-я минута матча. У нас угловой. Давайте сюда Тео Уолкота. Пошла передача в штрафную. 1-0. 1-0. Ньюкасл выходит вперед. Отлично, Кенни. Все, друзья. Минимальный счет в этом матче 0-1. Неожиданно, я думаю, даже для некоторых. Энфилд вас приветствует. Английская премьер-лига. Центральный матч тура. Ливерпуль у себя дома принимает Эвертон. Стартовый состав Ливерпуля. Арнольд. Справа Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Наби Кейта, Фабиньо, Хендерсон. Это центр поля. Мухаммед Салах, Роберто Фермино и Дивоко Риги. Вот такой состав у Ливерпуля. Арнольд неплохо на замахе так убирает. Арнольд. Арнольд. 1-0. 1-0. Ливерпуль выходит вперед. И это делает Роберто Фермино. Вытянулся я защитником и напрасно. Фабиньо. Сразу же передача на Роберто Фермино. Может быть, еще одна опасная атака. Ворот. Фабиньо. Выход 1-1. Пикфорд выручает. Роберто Фермино. Кейта. Он уже штрафной. Наби Кейта. Ух, как опасно было. И пропускал Роберто Фермино. Доверенного разыгрывают подопечный Юргена Клоппа. И угловой. Угловой у ворот Эвертона. Скорее всего, будет розыгрыш. Нет, передача на ближнюю штангу. Еще момент. И еще будет один удар. У нас 2-0. Все-таки Хендерсон забивает. Может быть, опасно. Лукас Моура. Прострел потрясающий. 3-0. Все-таки Мина-Мина делает счет крупным. 3-0, ребят. Но у нас еще будет шанс реабилитироваться. Мы в этом выпуске еще сыграем, конечно, с Ливерпулем на Кубок Английской Лиги. Два поражения подряд. Два поражения подряд. Дэвид. Джонатан Дэвид заряжает издали. Алисон Бейкер. Гомеш. Вышел на ударную позицию. Мне кажется, зря пробил португалец. И голкипер на месте. Снова угловой. Эвертон. Передача на ближнюю штангу. Еще одна подача. И что там? Офсайд был, ребят. Ну что, Ливерпуль смотрелся хорошо, местами прям даже здорово. Свои моменты он реализовал и закономерно выигрывает. Но я думаю, все-таки на один-то мяч Эвертон точно наиграл. У нас второе поражение подряд. Так, ребята, у нас Кубок Англии, 1/32 финала. Мы просимулируем этот матч резервным составом. Нужно, конечно, спокойно обыгрывать Барнсли и двигаться дальше. 0-4. Кейн, Доминик Калверт-Льюин, Гомеш и Кенни отличились в этом матче. Так, ребят, ну что, у нас трансферное окно, и я решил приобрести одного футболиста. Всего одного. И это будет, друзья, опорный полузащитник. Сейчас я объясню, почему. У нас единственный номинальный опорник — это Агбамин. Этот сезон он просто потрясающе выступает, играет на высоком уровне, как в обороне, так и в атаке. Но он всего один, и он устает. И если мы играем на 3-4 фронта, это два кубка в английском чемпионате, плюс, собственно, английская премьер-лига, также у нас сейчас Лига Европы, и Гбамин у нас, еще раз повторюсь, один. По поводу, мне писали, купи какого-нибудь крайнего нападающего. Ребят, ну зачем? У нас есть и Ришарлисон, у нас есть Эвертон, Лозано, Райан Кент.
Тео Уолкотт, у нас плюс еще два нападающих. Я не вижу смысла. А вот насчет опорника, это нужно, конечно, покупать его. Так вот, сначала я думал, что нужно приобрести Ндиди. Играл в Англии, очень такой топовый, хороший опорничек. Посмотрите, 24 года, рейтинг 86. Думаю, попробовать взять его из Дортмундской Боруссии обратно. Но так как Боруссия его приобрела совсем недавно, не получится. Затем у меня были мыслишки насчет швейцарского опорного полузащитника Закария. Очень хорошие у него на самом деле тоже статы, но я потом подумал, у Арсенала вытягивать, ну, такое себе. И вспомнил, что можно приобрести Берга. Норвежский гигант, 1,95-1,96 кг. Я думаю, это будет самое то. Давайте посмотрим, что он стоит. Тем более, он будет развиваться очень здорово. А стоит он, на самом деле, немного. Ну что, пробуем? Так, ну что, 27 у них старт, и я думаю, 35 мы поставим. У нас еще есть деньги, но я не хочу покупать футболистов, лишь бы, чтобы их приобрести. Посмотрите, какой хитрый взгляд от Тенхага. Он знает. У него чуйка на перспективных футболистов. Так, ну что, Шеффилд соглашается. Так, ну что насчет зарплаты, ребят? Ну, насчет зарплаты, я думаю, поставим ему 60 тысяч. Ну ладно, немножко. Так, ребят, ну что, тем временем у нас матч с Ливерпулем. Мы играем на выезде. У нас усиление, это тоже здорово. Но самое главное, матч с Ливерпулем на Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Нужно обыграть Ливерпуль. Так сказать, отомстить им за разгромное поражение в АПЛ. Будем играть мы, конечно, боевым составом. Ну что, Кубок Английской Лиги. Снова Ливерпуль. Энфилд. Что-то похожее у нас было, да, ребят? Но сейчас мы собрались на этот матч совсем по-другому. Хотя и до этого на Ливерпуль всегда нужно собираться по-особому. Ладно, довольно болтовни. Поехали. Сразу перевод на Мухаммеда Салаха. Мо Салах. Мохаммед Салах на правом флаге тащит мяч. Египтянин Мина куда-то сместился, непонятно. Мо Салах. Передача в штрафную. Проиграл борьбу. Вчистую проиграл борьбу. Атали. Его Кариги просто нас прощает. Мохаммед Салах. Передача в штрафную. Опасный момент. Абекита вылетал. Роберто Фермино. На Бикита, и все-таки 1-0. 1-0, Ливерпуль выходит вперед. Джонатан Дэвид развернулся, Дэвид. И вот здесь можно дать передачу, убегать. Ришарлисон, нужно решать. Да, Алисон Беккер великолепно сыграл. Прочитал эпизод с мячом Эвертон. Ну что, у нас ставим второй. Моментов-то особо нет. Эвертон, может быть, чуть получше смотрится, а может быть и нет. У нас выходит наш новичок. Берг. Ну что, Бамин уставший. Атель хорош. Берг. Дэвид, и вот здесь сразу же на Лозано. Положения вне игры нет. Лозано, удар в ближний угол. 1-1. Все-таки Лозано сравнивает счет. Забежал здесь неплохо мексиканец. Потерял его, по-моему, это был Робертсон. И Лозано сравнивает счет. Лозано. Хороший перехват. Берг сразу же на Дэвида. Хорошая передача. Убегает Дэвид. И нужно делать счет уже. Уже делается счет 1-2. Быстрая атака. Один за одним влетает в ворота. Мячи Ливерпуля. Джонатан Дэвид благодаря великолепной передаче Берга. Сейчас нам не показали, но вот здесь сместился и пробил. И как же Ван Дейк-то в этом эпизоде не сыграл? Берг. Доминик Альверт-Льюин. И вот еще передача на Доминика. Побороться с Ван Дейком, но будет тяжеловато. Что, в принципе, и произошло. 1-2, минимальная победа Эвертона. И нас еще ждет ответная встреча. Ну что, ребят, подходит к завершению очередной выпуск. В
выпуск получился очень интересный. Мы проиграли Ливерпулю, затем мы их обыграли, но только уже в Кубке Английской Лиги. Также мы приобрели одного опорника. Это наш норвежец, наша машина, Берг. Вы посмотрите, что творит Кейн. 19 мячей уже забил Ришарлисон, пока застопорился. Вот у нас были проблемы. Не могли мы нормально забивать, как мы до этого забивали. А уже Кейн 19 забил. Ришарлисон по-прежнему 15 мячей наколотил. Ну, посмотрим. Ладно, ребят, давайте завершать выпуск. Не забывайте подписываться, комментируйте, поддержите видос лайком. С вами был Гамбит. Пока-пока.